чтобы хоть как-то смягчить волнение перед церемонией Ары Мэй, певица Алсу прошла специальный курс шопинг-терапии в бутике своего любимого моделира Роберто Кавалли. Церемония награждения MTV очень торжественное и ответственное событие, поэтому хочется выглядеть очень красиво, в красивом платье. И кто не лучше делать эти красивые платья, как Роберто Кавалли. Сейчас мы будем с вами мерить. И в осеннем небе потускневшими два тают одинокие слова, их унесет листва. Это платье мне безумно нравится. Это прям вот то, что называется мое. И цветовая гамма. Очень все нежно, женственно, красиво. И даже если я не одену это платье на церемонии, то я обязательно все равно его куплю. В этом году Алсу представлена в двух номинациях – «Лучшее видео» и «Лучшая исполнительница». Поэтому, насладившись шелками, бархатом и трикотажем от кутюр, певица решилась рассказать о главном. Номинация «Лучшее видео» представлена моя песня «Always on my mind». Все вообще клипы достойны победы. Если они уже в номинации, это уже победа, я считаю. «Always on my mind» 100% в формате MTV. Номинация «Лучшая исполнительница». Я переживаю. Я, конечно же, надеюсь на победу. Просто буду сидеть, наверное, и ждать. Сидеть и ждать Алсу собирается не одна. Поддерживать певицу будут продюсеры и близкий человек, тот самый Ян Абрамов.